Приветствую, друзья. Сегодня решили посмотреть выставку трейлеров. Вон, смотрите, маленький вот такой. 22 тысячи стоит. Спальня, кухня. Хороший столик вот такой. Койка хорошая. Еще шторки. Да, шторки. Классные вещи. Ну, это, я думаю, самое дешевое. Сейчас посмотрим еще побольше, подороже. Ну, туалет. Душ. А, даже маленькая ванная есть, да? Угу. Что, пойдем? Дорож? Давай здесь что. Ну, это шкаф, это гардеробная, наверное. О-о-о. Ну. Угу. Все. Красиво. Да, только бы нам пошло, конечно. Были бы деньги. Пойдем. Вот это уж подороже. 51 стоит. Я тут сейчас смотрели. Да, я думаю, сейчас. Пойдем, будем. Вот это так классно. Ну да, вот это он штука. А это сколько стоит? 51. Угу. О, нам это очень надо. Я покажу. Диванчики. Все, что хочешь, что-то есть. Нам такое купить. Нам бы такое купить. Вот заработаешь, купишь нам. Это так класс, конечно. Давай это, мы... это тоже получше, конечно. Давай мы вместе попробуем все заработать. Вместе заработать? Да. Ну, мы пытаемся вообще-то зарабатывать. Да. Вот это какое. Пойдем. Холодильник, кухонка. Да. Установи. Тут уже и кабинка. Угу. Спальня прям как дома, блин. Да, даже лучше. Как будто две спальни. Да, хороший. Очень. Хороший. И попробуй это. Пойдем дальше. А что такое? А, и так, ну. Тоже проданы уже. Они, в принципе, все однотипные вот такие. Это намного лучше и намного. Мама, стой. Где ты можешь спать? Где это? Детская спальня, да? Так, красота. Я в буду спать. Он уже место выбрал. Ну да. Двухъярусная, снизу и сверху можно. Это так круто, Жень может спать. Тоже и вы тут можете спать. Пошли. Сколько привыкли? Ну, на улице можешь готовить. Маленькая кухня. Вот холодильник, видимо. А, сейчас еще вытащу. Короче, оборудование вообще прекрасное. Вот это 29 стоит. Ох, самый хороший.
тоже интересная. Кухня красивая. Это наш новый. Юль, ты уже готовишься тут купить? Да, я знаю. Ну, этот самый лучший. Теперь я этот хочу. Удобная, конечно, очень удобная. Летняя кухня. Это почти на всех больших трейлерах летние кухни. Сколько стоит? 69? 60 с чем-то. 65. Ну, это интересно, конечно. Тоже для двоих детей. Тут уже двери и комната, да? Ты что еще? Нет, быть не может такое. Да, 5000, да? А, наши 5000 стоят, эти гусеницы. На 2, короче. Вот эту лодку на рыбалку нам как раз пойдет. Смотри. Только не хочет. Красотища. Пойдем цену посмотрим. Может, не надо? Как?
Там моя машина. 25 тысяч. Повыше. 43 тысячи. Спортивные. А тоже недорогие, 5 тысяч. Сколько? 5 тысяч, да? Может, колесо? Нет, нет, это не колесо, это вещь. Вон квад за 10 тоже неплохо. Как раз вот это подойдет. Решили взять. Чет! Хоть помечтать. Да не такая уж и дорогая, 69 тысяч всего. Это 84. Ну, короче, лодка стоит как наш дом. И очень красивый.
Да. Меняемся. Меняемся, но будем в лодке жить, да? Ладно, ребята, посмотрели. Пора, наверное. Сейчас посмотрю, сколько эта штучка стоит. 19 тысяч. А, хорошая вещь. Нам надо, я знаю, но все надо. Одиннадцать тысяч, да? Миш, двухместный. Нет, это только расстраиваться. Больше сюда не поедем. Все, ладно, ребята, давайте, всего хорошего. И до новых встреч.